Всероссийская федерация волейбола опубликовала на своем сайте окончательный состав женской сборной России для участия в Олимпийских играх в Токио. В число 12 спортсменок вошла связующая Заречья Одинцова Полина Матвеева. 18-летняя Полина выступает за клуб с 2019 года и является одной из лучших волейболисток Заречья. Глава муниципалитета Андрей Иванов пожелал нашей спортсменке и сборной России удачи на Олимпиаде.